Привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы играем с Такой. Привет, Така! Привет! Ну что, поехали? Захват кристаллов? Поехали! Я играю сегодня за Ниту. А я за Шелли. Угу. На кладбище, смотри, офигеть! Так, у нас еще какой-то сундучковый пут, и что-то он стоит, не хочет драться. Он, наверное, новичок. А, надо же стрелять, я забыла. А, ну, стреляй, стреляй, стреляй. Давай, давай. И ты заметил, что мы сразу оказались в гуще событий? Ага. Мы одни не ходили, не собирали сундучки, а сразу было много игроков. Вот, это другой уровень какой-то, смотри. Ну это захват кристаллов мы играем, вспомнил. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, быстренько. Ай, ну давай, убегай, убегаем. Быстрее, мне нужно захилиться. Во, хорошо. Ой, какой-то дым. Хилюсь. Сколько у нас? 6-1, нормально. Так, вот я еще один кристаллик беру. Так, вперед, я возродилась. Всё, давай этого я... Стреляй, стреляй. Ой-ой-ой-ой. Так, отходим, отходим назад. Так, он моего медведя убил, что ли? Ах, он гад. Так, стреляю. Ух ты, да ё-моё, давай медведя. Сейчас мой медведь тебя зафигачит. Есть, я убил его, да? Хорошо. Все, мы ведем. Ага. Меня убили. Ничего страшного, ты кристаллы им мне дала хоть свои? Не знаю. Я что-то вообще растерялась в такой толпе. Давай, давай, сейчас я медведика... Я стараюсь медведя выпускать своего. Опа, есть. Все, мы выиграли, в принципе. Хорошо? Да, ура! Ура, победа! Отлично, далее. А спучковый пут какой-то. Ты заметил, он играл? Ну да, играл. 28 у него кристаллов. Ну да. У меня 32, а у тебя 0. Ага. Так, я выхожу. И сейчас я хочу это поменять немножко. Не захват кристаллов, а вот столкновение мне нравится. Почему оно... Подожди, вот я хочу... Вот я выбираю столкновение. А он мне не выбирает. Захват кристалла. А ну-ка, выбери ты. Сейчас. Так, захват кристалла. А мне нужно что? Нам нужно... Событие у меня тут. Столкновение. Столкновение. Вот, выбираем. Одиночное или парное? Парное. Парное. Ага. Угу. Парное столкновение. Ага. Мы с тобой вдвоем против там кого-то, да? Да, готово. У меня готово. Ага. Мы будем вдвоем играть против команды. У нас будет своя команда, вот. И теперь нам нужно собирать самое первое. Это сундучки собираем. В поисках сундучков что-то я не вижу. А, вот я вижу первый сундук. Так, и вот спрятался еще сундучок. А, вот еще Нита, да-да-да, есть одна. Ах ты, гадина, забрала, да? А-а-а, убегай, убегай. Мамочки. Так, я сейчас активирую. Давай, давай, убили давай. Самый такой момент. Когда я только суперсилу взяла. Давай. Меня убили. Есть, есть. Все-таки я победил его. Так, а ты что у меня стоишь? Давай, беги быстрее вперед. Так, ты себе говоришь? Да. Я говорю себе. У меня что-то персонажик встал, и все, я не могу понять ничего. Опа, нифига себе, смотри, сколько много. Убили. Да мы выиграли, круто. Удивительно. Это было очень легко. Молодец, Шелли. Звездный жетон мне дали. Играть снова и ждем. О, смотри, идем. Смотри, так, я вижу много. Назад. Ага, вниз идем. Во, стреляем. Давай. Да ё-моё, да... смотри, у меня удары какие-то слабые, что ли. Это кое-как... Нита, может быть, она поэтому... Кое-как раздолбил, слушай. Я когда Нита играла, у меня тоже... Мне казалось, что слабые удары. Ага, всё. Много раз стрелять по сундуку, чтобы он открылся. Так, все, в кусты прячемся. Смотри, вон там кто-то ходит. Ох ты, нас нашли, раскусили. О, давай этого, сейчас добьем его. Давай. Блин, да где ты? Стреляй в этого гада. Опа, есть, убил его, хорошо. Все, ты где там, Юль? Я внизу.
Ага, сейчас я тоже приду. А, вот он ты. Так, давай. Сейчас нас все равно раскусили, гады эти. Они увидели, что мы здесь. Да, кристалл за. Опа, есть, убили, прям хорошо, молодцы. Идем дальше, идем за мной. Вот этих сейчас добьем. Ах ты гад, давай, 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 сейчас мы тебя зафигачим. Опа, есть, готово. Все, мы опять выиграли. Круто, поздравляю тебя. Хорошо. Замечательно. Все, у меня ранг растет, и мы получаем еще жетончики, я получаю. Слушай, ты знаешь, для чего нужны жетоны? У меня 5-й ранг, подожди, а у тебя какой? А у меня 3-й. Это в этой игре только? Я не знаю. Играй дальше, нажимай, играй дальше. Так, а ты не хочешь, да, играть? Почему я нажала? Не знаю, ладно, выходим. Выходим и нажимаем готово. Надо будет сундуки потом открывать, но ты копи пока сундуки не открывай, потом можно это на видео снять. Как ты открываешь сундуки, будет интересно посмотреть, что у тебя выпадет. А, о! Это какой сундук нужно взять мне ни разу? Или вот этот сундук? Ну там в меню будут сундуки у тебя. Вот, смотри. Вот еще внизу сундуки, давай возьмем. Вот, давай, давай, вот это сейчас еще разбивай. Вот, хорошо. Дальше. Так, здесь... Да, ну давай сейчас. Опа, опа, да ты чё, гад, творишь? Смотри, а? Серьезно? Давай. Блин, меня убили, убили меня. Ну, ура, я убила, убила одного. Молодец. Все, мы проиграли. Да. Ну ничего страшного, сейчас переиграемся. Играй снова. Все, бежим, бежим. Так, где, а где у нас сундуки? Так, это я вижу. А вот сверху, а вот я тоже вижу один. А, я тоже вижу один. Сейчас я буду стрелять. Так, давай быстренько, сейчас попробую открыть его. Мало патронов. Да. Перезаряжать. Приходит. Надо мне ниту. Ждать. Ниту надо будет мне разъевать все-таки. Слабенькая она. О! Так, о, быстрее этого сейчас, может быть, забью, нет? Давай, давай. Так ты, гад, уже похилился. Он похилился так быстро. Офигеть. О, такая бойня. А, не говори, нафиг. Убили. Да. Ну, хоть и ладно, хоть от нас ничего не отняли. Ну, ноль. У меня минус один написано. А, да? Награда. А, у меня ноль. Вон, давай, я беру верхний, ты нижний. Давай, что мы вместе пришли. Не знаю. Уже... Давай, стреляй. Ах ты, ах ты, ах ты гад, ах ты гад. А давай, это что давай. За смайлик такой? Кто-то его взял. Блин, а что у меня, если убивает, у меня медведь тоже исчезает, что ли? О, давай, добей ее. Ну ты... Добить? Давай, давай, добей. У тебя что, желтый значка нету, что ли? Не нажимается ни разу? Нет, нету. Нету? Да как так? Ну потому что он не успел заполниться. Ну ничего страшного. Ой, там уже кто-то его стреляет. Ну давай, стреляй, на, давай, давай на него. На него нападаем, его убиваем, и все. Все, убили. Так, ты мне. Ты меня сейчас. Меня убили. Угу. Ладно, сейчас подождем. 7 секунд осталось. Да вон они, гады, блин, сейчас я их найду. Так, сейчас я их постреляю. Во, давай, давай. Ну давай, что ж ты не стреляешь так? О, есть, убили. Хорошо. Это желтое заряжается, его не намного. Что желтое заряжается? Буквально два раза стрельнуть хватает. Вот этого мощного заряда. Нет, у тебя кажется, он один раз стреляет, а не несколько. Да? Да, один раз супер удар. О, молодец. Так я его не убила, почему? Сейчас убьем. Эй, вдвоем надо.
Так, столкновение. О, давай, давай. Все, поехали на них. Давай. Давай. Все, сейчас медведь их будет фигачить. Давай, давай. Оба, есть, все хорошо. Выиграли. Выиграли и получили 9 кубков. Круто. Угу. Ура. Ура. Слушай, а ну-ка выйди, попробуй меню, менюшку. И посмотри, так, сколько у тебя сундуков внизу слева. Так, тут есть 5 из 10, есть 24 из 100. Это что, это мои сундуки? У меня 12 сундуков. Но мега сундука ни одного нету. Есть вот 12 обычных сундуков, таких голубеньких. А, 6 у меня, 6. 6, да? Ну, угу. Здорово, 6, это круто. Ну что ж, дорогие друзья. Подожди. Да, да, да. Открывать можно эти сундуки или как? Да, их можно открывать, и там можно открыть и посмотреть, и тебе может быть что-нибудь интересное открыться. Вот, допустим, я захожу. А почему мы не открываем? Ну, можно зайти в магазин, вот, допустим, слева магазин, и здесь есть бесплатный ящик, я его сейчас попробую открыть, и посмотрю, что мне выпадет. Выпало мне 70 монет, очки силы Шелли, хорошо, и Нита мне, очки силы Ниты, 25 очков добавили. А могут, слушай, редкий боец какой-нибудь выпасть. А у меня вот что-то, подарок написано, акции, так как... Ну вот, магазин открывай, где там у тебя подарок написано. Взять подарок можно? Да, взять? Возьми подарок, открой его. Вот он, сундучок, жми, жми, написано. Давай, жми, открывай сундук. Монеты, 30 монет. Ага. Осталось предметов 2. Так, ну ладно. Угу. Очки силы, Шелли, 6. Анита 7. Получено 30 монет. Ладно. Все, я улучшил немножечко Ниту. Ну что ж, на этом, наверное, будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока, ребята. До новых встреч. Скоро увидимся.